Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. На часах 13:07, и это действительно программа «Особое мнение». Вот видите, наша студия открыта абсолютно для всех. Только что в программе «Дневной разворот» у нас был православный батюшка, а прямо сейчас напротив меня находится Сергей Мамаев, лидер кировских коммунистов, первый секретарь Кировского обкома Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании. Добрый день, Сергей Павлович. У вас есть портрет, фотография с подписью «Путина»? Хочется спросить. Нет. Смотрю так, новости последние. Нет у вас такого? Нет. Просто одному из кировских школьников накануне вручили портрет Путина с его автографом. Перед днем рождения нашего президента мальчик написал, что хочет получить подарок, и поздравляет главу государства. И вот накануне подарок этот пришел в приемный президента в нашем городе. Мальчику вручили этот подарок. Он сказал, что с 7 лет является поклонником Владимира Владимировича. Ничего не удивляет вас здесь? Нет, вполне нормальная история. Это нормальная вполне история. Дело в том, что много я и по телевидению видел. По-моему, тоже с Кировской области тогда девушка обратилась, чтобы, в общем-то, подарок сделал Владимир Владимирович. Автограф из Нолинска. Да, тогда автограф поставил в паспорте этой девушки. Поэтому это меня не удивляет. Почему? Потому что это нормальное, естественное явление сегодня людей, которые, в общем-то, не безразличны сегодня к власти, к жизни и так далее. И вот, поэтому следят за деятельностью, следят за тем, что происходит, и, как говорится, это нормальное явление. Нормально, в общем-то. А знаете о том, что сегодня фильм «Матильда» выходит на широкие экраны? Я с таких простых вопросов начинаю. Будем говорить потом о серьезных вещах. Фильм «Матильда» выходит, и сегодня было ведь ЧП. Вы его читали, не читали? «Колизей» и «Киномакс» у нас будут показывать эту картину Алексея Учителя. И сегодня были разбиты стекла в Колизее. То есть вот такой акт. Как оцениваете происходящее вообще вокруг этой сейчас картины? Достаточно много людей появилось с учетом электронных средств массовой информации, я имею в виду интернета. Люди не всегда, так сказать, здоровые. В общем-то, начитаются определенной информации и делают выводы вот таким, и принимают такие действия, которые вы сейчас озвучили. Угу. Я считаю, это сегодня выражение людей к ней, согласию к ней, той политики, которая сегодня проходит в Кировской области и в целом Российской Федерации. Поэтому это явление, оно настораживает, я бы так сказал, общественность. Ведь не только вот там витрины, допустим, кинотеатра «Колизей», а сейчас то имущество, которое, в общем-то, не работает, то его тоже грабят, и оно является государственным, никто за это никакие ответственности не несет. Подождите, от картины-то не будем далеко уходить. А как вообще оцениваете вот эту шумиху вокруг Матильды? Это, я считаю, Матильды, это вандализм, которая... и да, я думаю, что правоохранители тут разберутся, это их вопросы, их задачи. Ну, вы просто ведь были, работали в Государственной Думе тоже, да? И именно депутат нынешнего созыва Госдумы Наталья Поклонская, вот основная такая, да, противница этого «Матильда». Ее действия, ее поведение как оценивать? Ну, у каждого свое мнение, поэтому я действия и ее поведение оцениваю, это ее мнение и не более того. То, что она сегодня, как говорится, выражает негодование по данному фильму, ну, значит, она смотрела, значит, она как проанализировала. Да в том-то и дело, что она не смотрела. Она его не посмотрела и критикует. Ну, тогда это огульная критика, с моей точки зрения. Надо ее посмотреть, надо хотя бы сюжеты фильма в титрах посмотреть и тогда делать оценку. Хорошо, не будем на этом долго останавливаться. Тот, кто захочет, тот посмотрит. Безусловно. Тот, кто не желает, безусловно, в кинотеатр не пойдет на эту картину. Сергей Мамаев, еще раз напомню, это ваше особое мнение. Наши слушатели тоже могут задавать вам вопросы с помощью специальной формы на сайте echokirova.ru. Есть парочка вопросов, их чуть позже озвучу. Но хочу начать вот с какой темы, вернее, уже продолжить. Сегодня очередное пленарное заседание областного законодательного собрания. Вы вот буквально
оттуда с пылу с жару к нам пришли, и появляются уже новости о том, что первые законопроекты, которые обсуждались, они приняты в первом чтении. Вот, в частности, принят проект бюджета Кировской области на следующий год и плановый двухлетний период. Основная особенность от предыдущих проектов бюджета – это то, что у нас он будет профицитным. И это обязательное условие того, чтобы федеральный центр реструктуризировал долг Кировской области. Как вы голосовали сегодня за бюджет? Я голосовал против, ведь не только этот вопрос сегодня. Бюджет 2... Простите, уточню, вся фракция КПРФ? Вся фракция голосовала против, данного бюджета, но и сегодня еще и вносились поправки в действующий бюджет. И он, по сути дела, с моей точки зрения, он сегодня абсурдные поправки, те, которые, в общем-то, внесли законодателям. Мы также голосовали против. Ну, например, на увеличение заработной платы и на май указы президента ничего не могли лучше придумать, как снять деньги с программы обеспечения детям-сиротам жильем. Вот, там где-то порядка 66 миллионов неосвоенных средств в районах, хотя рыночные цены, те, которые сегодня есть на территории Кировской области по квадратным метрам жилья, они как раз заложены именно такие цены, которые сегодня на рынке жилья присутствуют в Кировской области. 66 миллионов, а дети-сироты без жилья останутся, ну, не все. Якобы планируют на 2018 год данную программу продолжить, но это государственная программа, ее нельзя сегодня вот таким вот образом срывать, но сорвали часть районов, не освоив вот этих 66 миллионов рублей, порядка 800 сегодня человек нуждается, то есть имеется в виду дети-сироты, нуждаются, в общем-то, в жилье. Угу. Вот, но 800 до конца... нуждаются, да, их не успели в этом году освоить, и эти 66 миллионов перебросили на майские окопы. Да, но это идет на повышение заработной платы бюджетникам, по сути дела. Хотя это, ну, еще часть вопросов, там, допустим, программа «Моногорода», тоже не освоение идет данной программы, тоже сняли деньги и на повышение заработной платы, то есть на майские указы президента. Вот, они должны исполняться, индексироваться заработная плата, но это, с моей точки зрения, как мертвому припарка. А что значит неосвоение средств? Это чем чревато? Ну, что значит? Больше это значит... не будет денег там каких-то? Нет, деньги выделены, но там или есть... Или они придут все равно в следующем году? Еще нет, будут? Они могут и не прийти. Они могут не прийти по одной простой причине. Идет неосвоение этих средств с учетом того, что он отдал глава района, допустим, администрация района объявление, что мы, как говорится, и конкурс проводит на приобретение жилья детям-сиротам. И дальше-то никаких мер не принимает. Вот вроде бы дал, я постарался это сделать, но на самом деле ничего не выполнил. Вот. А строительства сегодня в районных центрах практически жилья нет. Оно с каждым годом, как шагренева кожа, так сказать, сжиматься. И только частное жилье, которое, в общем-то, еще те люди, которые живут и имеют определенный достаток, в общем-то, и строят, и ремонтируют. Так что, получается, нужно требовать от местных руководителей, безусловно, чтобы они лучше но работали. Это исполнительная власть в лице правительства Кировской области. Это, конечно, грубейшее упущение сегодня. Но и те программы, которые работают, в общем-то, на территории Кировской области, приняты законодательным собранием, они должны быть под контрольной исполнительной власти и регулярно, так сказать, на контроле их эти вопросы вести, но, к сожалению, этого нет. Вот. То, что касается сегодняшнего бюджета, его параметры... дефицит, то есть, вернее, профицитный бюджет, дефицит сейчас не делали, потому что на протяжении 7 лет эта же «Единая Россия» нас убеждала в том, что нам надо сегодня делать дефицитный бюджет и заимствовать средства для того, чтобы развивать Кировскую область. Я бы понимал, если бы развитие шло Кировской области, строились бы какие-то предприятия, так сказать, увеличивались рабочие места, тем самым налогооблагаемая база росла и, как говорится, шел оборот средств, и, тем не менее, не накопили бы такой долг огромный, и в то же время развитие Кировской области совершенно в другом формате было бы представлено. А сегодня полная стагнация. С моей точки зрения, это похоронный бюджет. Такого бюджета я давно не видел. Если взять, сравнить с бюджетом... Похоронный, управления... в смысле, мало или что? А? В чем похоронность-то его? А в чем похоронность? Да. Потому что данный бюджет, он не развитие, он стагнации. Он сегодня нет тех параметров. По сути дела, этот бюджет с профицитом заложен искусственно для того, чтобы погасить нам хотя бы части долговых обязательств. Это требование федерального центра. Да. И реструктуризировать те долги, которые, в общем-то, накопили на протяжении последних 8 лет. Вот. Они огромные. Порядка 28 миллиардов рублей нам надо сегодня загасить.
носить, а не ему. Бюджет, собственно, доходы в этом году 27 миллиардов, но на следующий год в связи с инфляцией и с увеличением налогов, допустим, акцизы на 50 там, рублей поднимают, там другие, так сказать, налоги, которые более собираемые, в общем-то, они поднимают и увеличивают, и в то же время доходная часть, как бы по прогнозу Минэкономразвития, увеличилась с 27 до 29 миллиардов рублей. Но все равно баланс-то он, по сути дела, не дает нам возможности развиваться Кировской области. То есть идет стагнация. Сергей Павлович, что получается? По вашему мнению, дефицитный бюджет плохо, профицитный нет. Тоже неплохо, тоже нет. Плохо. Профицитный бюджет, если были источники, и дополнительно. Так ведь Москва еще... Конечно. Москва ведь еще будет требовать от нас. Если мы претендуем на реструктуризацию, мы должны создавать новые рабочие места. Москва требует. Это посыл еще президента. В законе этого еще не сказано. Если даже я такого закона еще не видел. Хотя посыл президента был. Может быть, указан на это, но это еще только на уровне обсуждения. Там анонсировалось то ли до 1 января, то ли до 1 февраля должны быть конкретные договоры с регионами заключены. Должен сказать, в Государственную Думу, потому что триллионы рублей сегодня, в общем-то, долговых обязательств в регионах имеют место быть, но не так выражены, как в Кировской области. И, тем не менее, мы в двадцатку самых беднейших регионов Кировской области, то есть, вернее, Кировская область входит Российской Федерации. А с учетом потенциала Кировской области, это, естественно, так сказать, должно быть и выглядеть совершенно по-другому. Вот спикер ОЗС дважды, по-моему, в нашей студии, Владимир Быков, говорил о том, что то, что область живет в долг, тут ничего страшного нет. Ну, так многие семьи живут. Так многие семьи делают... Нужно просто привыкнуть. Так нет, пусть он заглянет, так сказать, в статистику и посмотрит, сколько у нас суицидов именно по этим вопросам сегодня на территории Кировской области. Ведь почему я так говорю? Потому что и не согласен с этим бюджетом. Ну, посмотрите, за этот год, как говорится, 17-й, у нас на миллиард рублей сократились инвестиции. На миллиард рублей, представляете? Это значит, идет стагнация полная, так сказать, экономики Кировской области, во-первых. Во-вторых, ведь никто не дал цифру сегодня, сколько предприятий находится в банкротном состоянии, и какие новые предприятия, там, коммерческие, так сказать, некоммерческие, государственные, сегодня появились на территории Кировской области и запланированы в будущем году. То есть... Что вам мешает запросить эту информацию? Нет, у органов? Налоговые? Я имею в виду, они сегодня, когда бюджет составляет, они эти цифры должны учитывать. Я это имею в виду. Вот. Ну, давайте я вам пример приведу. Если в прошлом году тот же Эликон давал определенные, так сказать, деньги... Мурыгина, да? Да, Мурыгина. А сегодня где этот Эликон? Он исчез. Просто уже этого нет предприятия. Вчера буквально был на Стрижевском силикатном заводе. Там тоже это третий уже, по сути дела, банкротство данного предприятия. И правительство Кировской области, если бы люди не приехали на прием, то это бы предприятие то же самое, оно уже на уровне похорон. Люди, на прием сказал. К вам, вы имеете да, в виду приехали лично? Мы вчера провели... КПРФ, да, я хотел чуть позже об этом спросить. Это, давайте сейчас мы поговорим. Ниже хорошо. С вами об этом поговорим, да? Если это будет необходимо. Хорошо. А я имею в виду то, что сегодня, да, сегодня предприятия, которые вновь образованы, если бы они сказали и сбалансировали этот бюджет и перспективу развития заложили, закладывали перспективу развития тогда, когда делали дефицитный бюджет. По этой перспективе была сделана программа развития Кировской области до 2020 года. Но никто в нее не заглядывал. Тогда, когда формировался годовой бюджет вот на протяжении этих последних 7 лет. И развития-то никакого не было. Просто было воровство. Воровство. Сергей Павлович, Кировской области. Небольшую паузу нужно сделать. Я понимаю, что вопросы бюджета вас очень задевают, и мы можем проговорить все ваше особое мнение. Это основной закон, который в жизнедеятельности на территории той или иной региона. Вы, я имею в виду фракция КПРФ, в очередной раз высказала свое отношение безусловно. К бюджету, проголосовав безусловно. Против него. Традиционно, собственно. Да? Почему традиционно? Так много лет уже, по-моему, происходит. Но потому что бюджет-то не развитие. Понятно. Мы не можем за него голосовать. Если мы будем голосовать, и мы видим каждый год, как сегодня сокращается жизнь на территории Кировской области. Ну, у нас сегодня за год рождаемость упала на 16%. Об этом тоже чуть позже поговорим. Давай смертность выросла к рождаемости на 49%. Продолжим после небольшой паузы дальше. Особое мнение на 101 FM.
Это особое мнение Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в областном законодательном собрании, первого секретаря Кировского обкома КПРФ. Ну, давайте пройдемся по рождаемости. Да, действительно, появились цифры Кировстата накануне на 16 с лишним процентов у нас. Да. В этом году рождаемость упала по сравнению там, с 9 месяцами прошлого года. А смертность на 49% выросла. У нас мы идем впереди планеты всей. На Фриволском федеральном округе по смертности первые на 25,8%. И это говорит о чем? Это говорит о том, что бюджет сегодня, вот это основной закон жизнедеятельности, где должны лечить, где должны учить, где должны, так сказать, балансировать тарифы, жизнь, так сказать, людей обустраивать и так далее. Это основной закон жизнедеятельности на территории нашего региона. Если он сегодня худой и, как говорится, не позволяет развиваться территории и не позволяет сегодня, так сказать, лечить, учить и так далее, то мы и видим те цифры, которые статистики, они подтверждают сегодня наши, по сути дела, наше мнение и наши действия, те, которые мы стараемся, так сказать, как депутаты, в общем-то, доказать это, этому большинству кнопкодавов, которые, в общем-то, сидят в законодательном собрании. И называется их не партия «Единая Россия», а в купе еще и с ЛДПР. Ваше предложение, как быстро... Вот быстро, максимально эффективно увеличить доходы нашего региона. Наше предложение мы сформулировали и, как говорится, и передадим буквально к второму чтению. Потому что их надо тоже рассчитать, надо, так сказать, поправить. И надо согласовать с научным сообществом и так далее. И с специалистами, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эту тему. Поэтому наше предложение, ну, например, сегодня должна быть обязаны они сделать, чтобы развивать районы, государственную поддержку, допустим, такому направлению, как пассажирское транспортное сообщение. Вот. А мы сейчас его не дотируем. И, по сути дела, стагнация в этом направлении огромная идет. Люди испытывают огромное безденежье, а сегодня услуг по транспорту, по пассажирским перевозкам практически бюджет не оказывает. Но тут же нельзя... То есть брошены на произвол судьбы. Второе. Давайте мы им предлагаем. Давайте мы государственную маленькую поддержку сделаем, так сказать, сегодня такому направлению нашей с вами жизни. Это как есть у нас система потребкооперации. Почему мы эту систему, по сути этом, дела, да, выталкиваем с рынка сегодня? Того конкурента, который, в общем-то, сами же его создали, эти правители. Но надо дать государственную поддержку. Ведь дело в том, что будет еще больший выезд и, так сказать, цифры статистики негативно в следующем году, с моей точки зрения, увеличится, если сегодня исчезает магазин в деревне, а там, где люди всю жизнь отдали, в общем-то, это не просто деревни, а государству и обществу, и они сегодня не обслуживаются элементарными продуктами питания. То есть они выезжают, массовые бросают, массовый выезд начался, это сгон с территорий, во-первых. Во-вторых, как сегодня, ну, коммерческие структуры оказывают определенные, я бы так сказал... Услуги, но они никогда не пойдут в эти деревни, потому что они убыточны. А это все-таки общественная, так сказать, организация, которая, в общем-то, собирает консолидированно средства и смотрит. Да, все магазины на сельской местности в большинстве своем убыточные, но ведь они их содержат. Они их содержат, по сути дела, и дают услуги. Вот. Поэтому, а если нет помощи сегодня ни из бюджета, ни от исполнительной власти районов и, как говорится, области, то, естественно, данная структура начинает разлагаться. То есть она не может сегодня дальше продолжать работать в этой конкурентной среде, которая, в общем-то, сегодня появилась по одной простой причине. Никто, допустим, пойдет «Магнит» или «Пятерочка» сегодня в деревню, где проживают, к примеру, это самое 120 человек, да, конечно, 300 не пойдет. Человек, никто не пойдет. Поэтому надо нам поддерживать эти вопросы. Второй момент. Ведь не закладываем в бюджете данном бюджете ремонты школ, особенно на селе. Нет. Что мониторинг не проведенный, проведенный мониторинг. Почему же мы сегодня приоритетность-то не делаем в бюджете? На селе, в больших селах, в агломерациях или маленьких? И в маленьких, где там 20-30 учеников. Да. Вот. Просто многие там школы уже объединять собираются. Ну, объединить собираются. Более крупные населенные это тоже пункты. Надо сегодня посмотреть. Ведь школьный автобус запустили. Сегодня уже износ этих школьных автобусов практически подошел к ГОСТу.
То есть 8 лет, и надо его списывать, нельзя перевозить, так сказать, людей. Но ведь закупки транспорта на эти цели тоже они ограничены в данном, я бы так сказал, данном бюджете. Ну и многие параметры. Ну, давайте возьмем дороги. Но что же вы делаете, если сегодня в никуда, например, в Немском районе и еще, не помню сейчас, в одном из районов деньги выделили, так сказать, на дороги, и дороги эти сделали, там правильно они это самое, эти дороги сделали, но там никто не проживает. Давайте поясним, дорога какого значения, местного, муниципального или там? Но они... Между населенными пунктами, внутри района или что за трасса? Внутри района. То есть, да, вот это самое, от основной трассы до деревни, в которой никто уже не живет, просто дома стоят, эти дороги делают. А деньги федеральные? Да, деньги почему? Они с нашего, фонда дорожного. Местные туда. Деньги. Конечно. И федеральные, это самое, частично, так сказать, есть. Они ведь это там софинансирование. Ну, видимо, фонд, по сути... Следующий этап, видимо, будут людей туда завозить. Вот дорогу сделали, вот залезут. 10 лет, предлагаю, допустим, вы же посмотрите инфраструктуру. Вы посмотрите, сегодня два района вообще не имеют дорожного сообщения с региональным центром. Это Подосиновец и Луза, правильно? Да. Туда выделялись огромные деньги. Но начали вроде бы строить эту дорогу, а потом ее, по сути дела, бросили. Но это вина Белых, потому что он сначала пригласил пермскую фирму, потом, так сказать, московскую, а потом вообще отказался от строительства. Потому что, видимо, то ли откаты были слабенькие, то ли это самое непонятно. Так второй момент. С Белых-то что вы сейчас спрашиваете? Мы все прекрасно знаем, в какой ситуации находится. Спросит его правоохранители. Я с вами согласен. Но дело в том, что сегодня эти же люди, которые формируют бюджет, они работают в исполнительных органах власти, в законодательном. Тот же, допустим, Владимир Гаврилович, 7 лет, больше Бакин. 7 лет, да, Бакин, в общем-то, возглавляет комитет бюджетный. И все говорит, у нас замечательный бюджет. И все нам предлагают его принимать. Когда вносим поправки, ведь исполнительная власть формирует бюджет. А почему же вы сегодня, законодатели, я прямо на пленарном заседании сегодня сказал, все предложения и запросы по бюджету депутатов, ни одно предложение и запрос не принят. Чего же вы ходите и создаете рабочие комиссии, идете просите губернатора? Мы же с вами формируем бюджет. Тишина в квартире. Я говорю, вам же давали люди наказы. Вы работаете по... Давайте будем работать по этим наказам. Исполнительной власти будем ставить задачу, а потом контролировать. У нас контрольные функции никто не отнимал. У нас единственная функция — это функция контроля сегодня. У вас широкие полномочия, я соглашусь. Конечно. Да. Поэтому их надо сегодня применять. Ну вот я начал говорить по дорожным фондам. Например, я уже, как говорится, замаялся предложение делать по дороге 5 километров, 200 метров. Всего-то надо сделать. Там Дорога сегодня Шаворжаки-Тарьял в Советском районе. Советский. Да, на 50 километров сегодня расстояние между городом Кировым и столицей Республики Мариэл, Ишкар-Олой, сокращается. Это самая прямая дорога из тех дорог, которые сегодня на территории Кировской области есть. Там не надо мостовых переходов, там уже дамба, которую надо, конечно, сейчас рекультивировать, там уже березами она заросла. И не хотят, хотя Белых принял это предложение и запланировал в 2018 году. Я сегодня обращаюсь... Вот видите, хоть за что-то можно Белых похвалять. Нет, но он... Нет, его есть за что хвалить. Есть некоторые, так сказать, моменты. Первые трехлетки он неплохо работал. Я его хвалил, помните, и на ваших передачах. Был дел, да. Да, конечно. И поддерживал его. Но когда начал заниматься коррупционной составляющей, когда начались посадки его, так сказать, друзей, которых он выписал московско-пермским обозом сюда. Поэтому мы с вами помним, сколько было посажено, порядка 26 человек, правильно? Вот. Также и у этого временного, который пришел, и первый состав правительства, который временно исполнял обязанности, практически уже... Тех-то лиц я не вижу. Так, к этому чуть позже вернемся, Сергей Павлович. У нас сейчас реклама должна быть. Давайте по бюджету вы это чего скажете. До 7 ноября будут приниматься поправки. Да. Проект принят в первом чтении бюджета. Будут от КПРФ какие-то поправки? Я думаю, до 7 ноября. Они обязаны принимать поправки, как говорится, на протяжении вот именно межсессионного периода, который... Ну, то есть в течение месяца? Да, в течение месяца. Будут поправки от вас? Какие-то предложения будут? Безусловно. Пока сформулировать не можете? Безусловно. Ну, я же вам сказал. Ну вот все, что мы сейчас проговорили, вы... Что-то из этого будете брать. Да, а почему сегодня не пересмотреть программы по сельскому хозяйству? О, давайте после рекламы об этом. Давайте. Хорошо? Давайте. Особое мнение
на 101 FM. Ну что, поскакали дальше. Очень уверенно мы тут идем с Сергеем Мамаевым, руководителем фракции КПРФ в областном заксобрании, первым секретарем Кировского обкома КПРФ. Давайте все-таки сосредоточим сейчас не на сельском хозяйстве. Если успеем, к нему вернемся. Но просто вопросы посыпались вам, Сергей Павлович, на нашем сайте kirova.ru. Вот смотрите, спрашивают вас про дольщиков. Каковы перспективы конкретно слободы Новое Сергеево? Когда посадят Лагунова? Это директор фирмы. Застройщика. Вот конкретно по Новому Сергееву люди интересуются. Нет, люди сегодня, кстати, принимали вопросы, сегодня приняли закон, как говорится, по достройке этих объектов, которые, в общем-то, мошенническим способом, вот таким образом, так сказать, состоялись. Это не обманутые дольщики. Это сегодня и виновата городская власть, в первую очередь. Тогда, когда человек приходит и начинает строительство, они выделяют земельный участок и так далее. Ты сначала, так сказать, построй, а потом уже второй, как говорится, объект начинай. Поэтому деньги-то, по сути дела, на несколько объектов распределили, да плюс еще и, я не исключаю, что откаты были соответствующие за то, чтобы получить земельный участок, за то, чтобы, так сказать, подключиться к сетям и так далее. Поэтому сегодня этот вопрос коррупционный. Но и людям, он касается... Людям-то что делать? А людям что людям делать? А людям что делать? Мы сегодня закон приняли. Я думаю, что... Вы его положительно одобряете? Безусловно. И те поправки, которые, в общем-то, мы сегодня принимали, они тоже все приняты. Вот. Поэтому людям что? Людям сейчас только приходится и остается ждать. И, естественно, напоминать о себе. Каким образом? Это, так сказать, пикеты, это митинги, это не запрещено сегодня выражение, согласно нашей Конституции, так сказать, свобода слова не запрещена. 31-я вот, статья. Да, статья 3 Конституции Российской Федерации. Вот, поэтому основным-то источником власти является народ, а эти люди, мошенники, те, которые на них практически на всех возбуждены уголовные дела. Я думаю, что правоохранительные разберутся, но я еще раз подчеркиваю, почему появились обманутые дольщики, они появились вот именно за бесконтрольность исполнительной власти в лице того же главы города, того же главы администрации в первую очередь. Потому что ну, на эти вопросы надо обращать особое внимание. Видимо, уже бывших главы. Ну, бывших, они не бывшие, пересели в другие кресла. Тот же Владимир Быков, говорится, он сегодня председатель законодательного собрания. Ведь при нем эти вопросы, так сказать, возникли. Вот. Тогда, когда первый раз обманутых дольщиков, так сказать, мы и законодатели федеральные, в общем-то, ну, как сказать, приняли закон и данную проблему снивелировали не только ведь на территории города Кирова, но во многих субъектах Российской Федерации такие, в общем-то, схемы были сделаны. Имеется в виду вот то, что так называемые обманутые дольщики. В общем, что советуем дольщикам? Не проглатывать? Безусловно. Вот это все. Безусловно. Заявлять да. о своих ну, правах, со, о своих со своей намерениях. Стороны на постоянном контроле эти вопросы помогать. Держим. Да, у нас есть взаимодействие с общественной организацией обманутых дольщиков. Ну и простые люди просто приходят, принимаем и берем на личный контроль и на контроль партийный данные вопросы. Положитель, дальше это положительно оцениваете принятый сегодня во втором чтении закон да, и надеетесь, что будет работать. Да, на него тоже не стоит, так сказать, сильно обольщаться по данному закону. Почему? Мы посмотрим, как он будет работать. А, то есть когда да. уже в действие да, вступит да, и посмотрим. Хорошо. Следующий слушатель интересуется у вас. Подписался как просто Киров. На днях Игорь Васильев сравнил налогоплательщиков с ощипанными курицами. Я, ну, это уже такая одна из самых обсуждаемых фраз в последнее время. Умение собирать налоги – это умение общипать курицу, чтобы она кричала, но не умерла, сказал Игорь Васильев в интервью «Комсомольской правде». Я чуть позже приведу целиком эту цитату и хочу с вами немножко поспорить, но вот, ну, все-таки вот слушатель интересуется у вас. Что вы думаете по этому поводу? Это по поводу сказанного. По поводу сказанного. Это циничное заявление сегодня Игоря Васильева, но его можно по-разному сегодня интерпретировать. Ну как вот. Вы-то его интерпретируете? Ну я его интерпретирую так, что сегодня надо налоги, так сказать, собирать с коммерсантов, чтобы они не умирали по полной программе их общипывать, но в то же время, как говорится, чтобы они жили. Как можно сегодня общипать курицу, она будет жить? Она даже не выживет.
потому что не может курица без перьев покрова. Сегодня жить. Правильно? Да, без перьев покрова. Вот. Поэтому это, с моей точки зрения, определенное, так сказать, такое садистское выражение и такая садистская фраза по отношению ко всем налогоплательщикам, в том числе и простым людям. То есть мы курицы, как говорится, туземские сегодня, и нас будут ощипывать живыми, чтобы мы кричали на митингах, там, так сказать, на пикетах, дома на кухне, но не умирали. Ну, как можно это самое сегодня высокопоставленному лицу на территории Кировской области делать такие это самое, ну, фразы, заявления? Нельзя заявления, было, нельзя было произносить такое, а? Рома. Нельзя было произносить такое официальному. Нельзя так это самое. Ну, как? Мне сегодня понятна его политика в отношении, как говорится, всех налогоплательщиков на территории Кировской области. Сергей... Я уже не буду повторяться, я это объяснил вам. Сергей Павлинович, вот это, конечно же, ваше особое мнение, но мне кажется, что эта фраза выдернут все-таки несколько из контекста, потому что в интервью «Комсомолке» звучит это следующим образом. Правило должно быть одно. Российские законы, социальные программы и пополнение бюджета, умение собирать налоги — это умение общипать курицу, чтобы она кричала, но не умерла. Наша задача — привлекать инвестиции в регион и создавать условия, равные для всех. Вот на мой взгляд, Сергей Павлович, он говорит, что он в целом говорит о системе сбора налогов, о фискальной системе, что вот она такая. Ну да, он как-то вот иронизирует, но как-то вот жестко и жестоко по отношению к. Иноризирует это самое, вы говорите, нет, я не согласен, я читал эту статью, да. И вы, я ее, тоже прочитал, по сути дела, да. Этот абзац зачитали, да. Вот именно это не из контекста, это именно та фраза, которая подчеркивает сегодня всю налоговую политику со стороны исполнительной власти. В целом по России? Нет, в целом по области. По области, да, он не может сегодня говорить в целом за Россию, так как он не министр федерального правительства, он сегодня губернатор. Он говорит за территорию под названием Кировская область. Угу. Вот. И выражение то, которое он сделал, конечно, надо цедить. Прежде чем сравнение делать со щипанной курицей, ну, на самом-то деле у нас сегодня, по сути дела, и ситуация такая, что уже коммерческие структуры и, так сказать, некоммерческие структуры, они просто, напросто, как говорится, визжат от этого, от налогообложения, и, как говорится, многие уже прекратили свой бизнес, и многие сбежали с территории Кировской области в другие регионы Российской Федерации. И он продолжает политику, вот о чем я предупреждал, еще буду после его послания в своем выступлении. А вот вернусь к этому требованию федерального центра по поводу реструктуризации. Мы должны увеличивать сбор налогов-то. А от нас налогоплательщики бегут. Объективно они должны снижаться, эти поступления. Как в этой ситуации? Так вы понимаете, увеличивать сбор налогов, да. Вы правильно говорите. Увеличивать тех, кто остается, по каким-либо причинам, не хочет отсюда выходить. Но в сегодняшнем бюджете, к которому мы возвращаемся, даже не предусмотрены налоги на льготы, не предусмотрены. Это впервые. Льготы? Льготное налогообложение, допустим, то или иное предприятие на развитие, понимаете? Там по отраслям каким-то. Но ведь о чем вы говорите, так должно быть сегодня перспектива развития, а ее нет. И сегодня приоритеты должны быть определены в том же законе о бюджете, в том же законе, так сказать, о промышленной политике и так далее на территории Кировской области. А если сегодня ничего, так сказать, не строится, ну, к примеру, мы за последние 20 лет ничего не построили. Мы тысячи, не мы, а они. Тут надо быть правильным. В России, в области. В области, в России. Как говорится, тысячи предприятий исчезло с лица земли. Откуда будем брать налоги? Откуда будет, так сказать, налогооблагаемая база, и откуда будем мы, как говорится, развивать Кировскую область? Если мы все, так сказать, продали, ни один хороший хозяин этого не сделает, чтобы как говорится, приносит доход, он не продает, а у нас, наоборот, продают. Понимаете? Бюджету приносит доход, потом продают, и этот доход исчезает. И многие предприятия, так сказать, сохранили. Ну, вот мы сейчас книгу «Единой России» делаем. Еще одну книгу? Да, «Черные страницы». Вот именно начиная с 90-х годов и заканчивая сегодняшним днем, сколько же на территории Кировской области, так сказать, статистика, она вещь упрямая. Она не показывает эти закрытые цифры. Мы в разрезе всей области, так сказать, сделали определенный анализ с нашими первыми секретарями, ну и, как говорится, с партийными организациями. Когда ожидать книжку?
Ну, я думаю, что мы в ноябре месяце уже она будет готова. Да. О, хорошо, вы ноябрь упомянули. Кстати, минута у нас остается, Сергей Павлинович. Я хотел задать этот вопрос, и от слушателя тоже на сайте. Есть столетие октября грядет. Великого написал гость. Как-то по-особому будет праздноваться у нас. Планы. Минута буквально. Ну, минута. Да. За минуту много не скажешь. Да, столетие — это эпохальная дата, которую будем отмечать мы на территории Кировской области. Как? Это будут у нас торжественные собрания, будут различные мероприятия, которые, в общем-то, в планах у каждого секретаря есть. Есть и распоряжение президента Российской Федерации по празднованию данного, так сказать, данной даты. Угу. Это эпохальная дата. Центральный комитет к нам заявилось, по сути дела, Палмира приедет в Питер. Это с 1 по 4 будут в общем-то, проходить мероприятия с иностранными делегациями. То, что туда поедете? Да, безусловно, я приглашен от каждой территории, так сказать, с учетом финансовых возможностей, те, которые у нас скудны, по одному человеку. Поэтому все первые секретари, как говорится, региональных отделений будут там на этих мероприятиях. А у нас в городе что можно будет увидеть? Шествие какое-то митинг, будет? Митинг будет, демонстрация будет, все как обычно, но дело в том, что будет торжественно в Дворце молодежи, торжественное мероприятие, и концерт будет. Вот. И, пользуясь случаем, так как у нас время ограничено, я всех жителей Кировской области поздравляю с замечательным праздником, с эпохальным праздником, столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю всем здоровья, крепкого процветания нашей малой родине. Ну и не быть безразличными, вставать в наши ряды и, как говорится, поднимать то, чего мы сегодня утратили. Спасибо. Завершается на этом особое мнение Сергея Мамаева. Время наше истекло. Спасибо. Всего доброго. Вам спасибо. Всего самого доброго. Особое мнение на 101 FM.